городском парке реставрируют качели. Восстановлением занимаются сотрудники Бобруйской Громаша. Работы начали еще на прошлой неделе. Завершить планируют через несколько дней. На объекте трудится сразу 5 человек. Признают, рады повозиться с любимым аттракционом. Эти лодочки помнят с детства. Ведутся подготовительные работы по снятию старого лакокрасочного покрытия и облегающей территории качели. Некоторые элементы сняты, они завезены на предприятие. Проходит обработку друбеструйкой, будет окраска, загрунтовкой. На завтра запланированы работы полная грунтовка в несколько слоев и также окончательная окраска. Качели сделают 4 разных цветов – желтого, синего, зеленого и красного. Для работ также задействуют машины для утрамбовки земли. Вокруг аттракциона поставят новый забор. Тут и приходят и дети, и даже, я думаю, и до 30 лет кто-то будет кататься. И добрым словом, я думаю, что вспомнят. И вклад в город, завод «Бобруйская Громаш» определенный вклад. Руководство идет на помощь городу. При хорошей погоде реставрацию закончат до выходных.